Такое ощущение, что мы оказались в прошлом. Это самый старый из действующих заводов в Казахстане. В чем разница между виноделом и сомелье? Это у вас обеззараживание желудка происходит перед дальнейшей дегустацией. Впервые в Казахстане эта технология применена. Здесь 68 градусов. Помимо того, что просто здесь еще яблоко сиверса. То самое, это родоначальник. Дичка. Вот она здесь. Отсюда шампанское поставлялось в Политбюро Советского Союза. Я разливаю, и вы будете дегустировать историю. Казахстанское богатство, которым обладает народ. Привет! Вы снова на канале о путешествиях. Меня зовут Елена Кукели. И мы сегодня дегустируем. Удивитесь, что дегустируем мы сегодня исыкские легендарные вина. Мы здесь в большой компании. Я думаю, что вам тоже будет интересно. Мы вам постараемся рассказать все о винзаводе, о его истории, о винах. И смотрите нашу программу дальше. Вот думаю, с чего начать? С яблочного или с виноградного? Как считаете? С прошлого или с будущего? Главное, мешать можно, если, то тогда с любого. Давайте начнем, наверное, с прошлого. Начнем знакомство и начнем рассказ. На данный момент это самый старый из действующих заводов в Казахстане. Год его основания – 1932 год. Старше его был завод только в Капланбеке, но 29-го года, но он уже как 8 лет, как уничтожен. В 1963 году, кто знает историю, до Казахстана случился исыкский сель. И этот завод смыло. У меня здесь-то работает работник Сергей, он уже на пенсии, но он-то рассказывал историю, как вместе с отцом ездили на телеге за дровами и находили бочки с вином. В 65-м году правительство приняло это решение, что завод надо восстановить. И в 69-м году вот на этом месте завод запустили. Виноградников было 11 тысяч гектар. Это безумно много. Это оранж. Наверняка слышали. Знаменитый оранж. Вино, сделанное из белого винограда, переработанное по красному способу. То есть настаивается на мезге длительное время, и поэтому оно становится таким янтарным. Вот это наш сидр, который уже оформленный. Это сидр газированный, который уже есть в продаже. Почему такой интересный вид? Чтобы был узнаваемый продукт. И скажу честно, откровенно, заказ на Россию уже есть. Через неделю-то будем разливаться. И именно оттуда последовало пожелание быть в национальном стиле, быть узнаваемыми. Вы знаете, вот россияне, именно они ухватили, сказали, сидров много, а казахстанский сидр надо позиционировать в национальном это колорите. Помимо того, что просто здесь еще яблоко сиверса, то самое, это родоначальник. Дичка. Вот она здесь, 15% виноматериале. И в этом году я приложу все усилия, чтобы его собрать как можно больше. Уже Елена сказала, я из Белоруссии. Я здесь вот, скоро 4 года будет уже, Очутился случайно, резюме мое увидели и пригласили сюда. Чтоб понимали, водка Бульбаш, водка Сябре – это мое. Это тот, кто это сделал. Мы с вами побыли в прошлом. Почему в прошлом? Потому что впервые с 1932 года в прошлом году в сезоне урожая 2021 года, сезон переработки, виноград я не перерабатывал. Почему? Потому что Казахстану промышленных-то виноградников, по моему уму, а я работал и в Европе, много где работал, осталось лет 7-8, не больше. Дальше это перейдет все в разряд любительского. Потому что виноградники, во-первых, их стало очень мало, потому что культура трудозатратная, надо много денег. Во-вторых, очень сильно поменялся климат. Бартагай, Копчагай,
Но я сравнивал старые все статистики, все природные, и то, что мы имеем сейчас, безумно сильно это поменялся климат. Те сорта, которые тут сидят, они просто нормально не вызревают. И плюс виноград из-за климата надо закапывать в землю на зиму, вынимать обратно. Ну, короче, вот это все, как говорится, головная боль. А теперь сидр. Сидр игристый, натурального брожения в бутылке. Честно, я вот этой истории, что Казахстан – родина яблока, я не знал ее, Кстати, услышал ее от россиян в Москве в 19-м году, когда был на мероприятии на одном. Вот это выпиваем одним глотком, вот сразу, да, раз – это у вас обеззараживание желудка происходит перед дальнейшей дегустацией. Здесь 68 градусов, это яблочный дистиллят, выдержанный 4 года. Пошли со мной. Это только начало дегустации. Дегустация у нас теперь продолжится внутри завода. Мы еще держимся на ногах. Очень вкусно все. Особенно радует то, что виноделие в Казахстане есть. Кстати, вот то, что мы сейчас пробовали здесь на улице последним, это уже из крепких напитков, которые тоже производят иссыкские вина. А также иссыкские вина делают кальвадос. Это впервые в Казахстане эта технология применена. И очень-очень удачно все получается. Мы сейчас пойдем посмотрим внутри завода. Там продолжим дегустацию, потому что там есть очень классные выдержанные вещи в бочках. И будем пробовать прямо из бочек. Итак, мы пришли на, так сказать, винно-бродильное отделение. Когда здесь вырабатывали это виноградные вина, здесь вот и тот же самый оранж, который-то вы пробовали, был сделан конкретно вот в этой емкости. То есть он стоял на мезге больше 60 дней, выстаивался. В прошлом году здесь уже началась переработка яблок. То есть оно здесь перерабатывалось вон там в самом конце, то есть дробилось, отжималось и по трубопроводам заходило сюда. Здесь добавлялись дрожжи, и оно бродилось. Никакого сахара дополнительно не добавляется, потому что местное яблоко настолько сладкое, что сидр из него сделать сложно. Почему? По ГОСТу сидр от 4 до 6 градусов должен иметь. Это имеется в виду не вот эти вот особые отображения в бутылке, а стандартный, газированный от 4 до 6. Все, что свыше, это уже вино. А яблоко такое, что на броды идут и 6,5, и 7, и до 8 даже бывает. Поэтому просто подбираешь сорта, более спелые, более донезрелые, вот так вот стараешься сделать. Ну, выходишь где-то, вот, чтобы сделать сидр. Итак, здесь виноматериал яблочный прошлого года урожая. Вот он здесь перезимовал. Итак, ароматика достаточно тяжелая. Насколько качество яблок влияет на исходный продукт? Вот это конец сезона, когда уже яблоко шло мягкое, перезрелое и не ароматное. Ребят, такое ощущение, что мы оказались в прошлом. Ну, во-первых, у вина и у прошлого очень много общего, потому что вино молодое – это одна история, а вина выдержанные – это история другая. Мы сегодня пробуем вина разные, в том числе выдержанные. И говорят, что это прошлое винзавода, потому что связанное с виноградом, а будущее связано с плодами и ягодами. И такое ощущение и атмосфера old school, старой Алматы, так, как, наверное, жили и отдыхали наши родители, с легким вином в начале лета на природной красивой локации недалеко от знаменитого горного озера Иссык. Ну что, здесь больше всего углекислоты. Здесь самая яркая ароматика. Яблочная такая чистая. Для меня еще слегка пахнет таким сеном степным. Вот здесь 40% дикой яблони сиверса, яблоко. Поэтому чувствуете, какой аромат яркий, насыщенный, полный такой. Слабоалкогольные легкие напитки. Это сидр. Это сидр. Возле Алматы есть несколько винных заводов, на которые можно ездить на дегустации. Иссыкские вина – один из самых старых. Именно поэтому он заинтересовал нас, нашу компанию, приехать и попробовать все здесь. Потому что, если вы помните, когда наши родители были молодыми, например, продавалось «Шипучее» называлось.
ну, типа шампанского, хотя, конечно, не могло называться шампанским. Я, например, помню эти бутылки еще на столе у своих родителей во время праздников. Или любимый мужчинами в 70-е и 80-е годы портвейн «Талас». Кстати, я думаю, мы у Дмитрия спросим, производят ли иссыкские вина портвейны сейчас. Потому что ассортимент до сих пор большой. И появляются новые. Новые и новые напитки, например, такие как «Кальвадос». Поскольку история иссыкских вин довольно велика, то есть вещи, которые уже сейчас на заводе не используются, есть современные их аналоги. И они остаются для того, чтобы рассказать о них и показать, как было раньше. Вот, например, вот эти вот приемники. Сюда прям привозились машинами фрукты, в частности виноград, и сгружались, и уходили дальше по ленте на переработку. Сейчас приемник вот такой, современный. И когда поспевают урожай, машины уже приходят вот сюда. И вот здесь фрукты перерабатываются, проходят свою первую обработку. Посмотрите. Вы спросите у меня, где же сейчас можно купить иссыкские вина? Они есть в продаже. Их нужно искать в магазинах города. А вот под программой по ссылке к описанию я оставлю линк для вас с адресом фирменного магазина в городе Алма-Ате. Я думаю, что у них и информацию можно будет узнать, где в городах других продают продукцию иссыкских вин. И в Алма-Ате приехать по специальным ценам в фирменный магазин, приобрести все, что вам приглянулось в этом выпуске. Я же говорила old school, но old school очень много значащий для настоящих алматинцев, ну и для тех людей, кто в Алма-Ате живет давно. Для нас это очень важно, вся эта история и сам винзавод, потому что у нас таких предприятий в городе, да и в стране не так много. Сейчас мы идем в святая святых, в дегустационный подвал, или даже мы пойдем сначала, наверное, цех, посмотрим, где в цистернах хранится винный материал, и увидим те самые бочки. А вот, кстати, про историю бочек я вам расскажу чуть позднее, потому что история бочек, ну, может быть, не здесь иссыкских вин, а вообще использование бочек в виноделии имеет свои интересные факты и легенды. Об этом чуть позднее. Этот завод славился в Советском Союзе советским шампанским. Чем он был славен, известен? Отсюда шампанское поставлялось в Политбюро Советского Союза для делегаций, да и просто попить. Почему именно отсюда? Здесь был такой сорт винограда кульжинский. Его почти не осталось, достаточно мало. Для шампанского на уровень Пино Гри и Пино Минье то еще делается во Франции. Он такой же по уровню. Великолепно берет, шампанизацию берет. Итак, это подвал, винподвал. Здесь хранятся виноматериалы после того, как они уже перебродили. Ну, обычно в конце сезона все с улицы перекачивается сюда. Здесь происходят еще различные порядки технологические обработки этих бокалов, виноматериалов. С конца ноября где-то по апрель. Вот так очень активно проводится работа с вином, чтобы не было задушки, чтобы оно ароматное получилось, вкусное. Здесь в винподвале находится вина, начиная с 2011 года и по 2020 год. Сколько вот большая бочка, сколько тонн? 15. А маленькая? Вверху? Да. 6. Итак, перейдем к былой славе опять. Вот такой РКЦТЛи должно быть. Мощное, богатое. Видите, какой цвет с приятным зеленоватыми оттенками. Именно вот зеленца. Что говорит вот эта зелень? Это говорит о том, что вино еще достаточно молодое и может какое-то время еще жить. То есть оно находится в периоде роста. Далее. Трава. Слышите, такой травянистый, с цитронным уходом. Традиционно и исторически бочки для вина изготавливаются из дуба. В основном. Но из 600 известных пород дуба для изготовления бочек подходит всего лишь 3. И бочки делаются из дубов, которым от 80
до 100 лет. Кстати, самая старая бочка, которая сохранилась до сегодняшнего дня, она датируется 15 веком. И в ней до сих пор сохранялось вино. И совсем недавно оно было перелито в другую бочку. Вкусовые качества, конечно, уже не сохранились, они совсем не те. Но, тем не менее, с 15 века. Меня, кстати, очень заинтересовал факт того, что бочка, которая находится в винодельне эльзасской Хёгель, производство 1715 года, до сих пор используется для выдержки белого вина определенного сорта. С начала 18 века и по сегодняшний день именно из этой бочки этот сорт вина разливается в бутылке. Вообще бочки позволяют 3-4 раза производить в себе процесс выдержки вина. Потом они переходят для уже выдержки более крепкого алкоголя. Кстати, если вы не знали, то, например, бочки из дуба, они проходят термическую обработку, процессом нагревания их производят, гнут, делают из них бочки. И вот древесина дуба, она, проходя вот этот вот температурный режим, начинает от температуры распадаться. И вот эти все вещества, они потом переходят состав напитка. И поэтому напиток начинает приобретать где-то нотки корицы, где-то ванили и других пряностей. Поэтому вино имеет не только от фруктов и ягод такой аромат, но еще именно от процессов распада дуба при изготовлении бочек. А сейчас я разливаю, и вы будете дегустировать историю. Такайское вино. Подходим, подходим, подходим. Такого вина вы больше не попробуете нигде. Это вино, которое может быть сделано из разных сортов винограда, но его родина считается Венгрия и немножечко Словакия. В частности, это долина, Такайская долина. Это вино не каждого года получается. Это виноград должен быть поражен специальной плесенью, баркирусом. Благодаря этому лишняя вода уходит, и ягода заизюмливается и приобретает достаточно интересный вкус. Вот с сыром шикарно, с фуагра бесподобно, я люблю готовить. Дмитрий, а можно вот такой вопрос? Вот когда вино из бочек разливается в бутылке, оно через какое время теряет свои вкусовые качества? Если это вина, коллекционные вина, то это вина, которые еще могут жить от 5 до 15 лет, как минимум. Как минимум. Если это вина обычного потребления, то они где-то до 3 лет. Ну, то есть... Если это полусладкие, полусухие, это вина, в большинстве своем пастеризованные вина, которые как бы являются мертвыми, убитыми, поэтому их просто пить сейчас. Вот то есть стремиться за урожаями там 88-го и так далее годов, в принципе, тем, кто небольшие ценители вина, не стоит, я считаю, да? Не стоит, только если это не крепкие, не десертные, не ликерные вина, не портвейны, потому что у тех, да, с возрастом они становятся интереснее, ярче, красивее. Сухие вина, ну, на мое личное мнение, больше 15 лет они потихонечку умирают. В чем разница между виноделом и сомелье? И сомелье, которые вот это все ведут, вам все рассказывают. Ну, сомелье – это в первую очередь, кто продает вино. В том числе и в ресторанах вам его продают к блюду. Его основная задача, ну извините, втюхать вам его. Итак, у вас мускат. Мускат фиолетовый. Такой интересный сорт. Он был только, кстати, в Советском Союзе. Тоже поле найдено случайно. Вино десертное, спирт 15,1, сахара 183. Сейчас мы узнаем у Дмитрия,
Какое вино или какой крепкий напиток лучше всего пить с шоколадом фабрики Рахат? Смотрите нас дальше. На вино далеко ходить не нужно. На территории завода растут сырье. Ягоды и фрукты, свое сырье. А тут недалеко, кстати, уже горы начинаются, где есть и травы, и дикие ягоды, и яблоня Сиверса. Буквально в 17 километрах уже начало предгорья, где растут огромные объемы яблони Сиверса дикой, где я собирал травы для своего бальзама. Это вот то богатство, казахстанское богатство, которым обладает народ, которым должен обладать то винодел, уметь с ним работать. А груша дикая бывает, кстати? К сожалению, самая знаменитая, вот еще есть та категория, это после сидра, это перри. Это сидр, сделанный из груши. И также еще есть, типа, это кальвадоса, только из груши. Угу. Но, к сожалению, 6 лет назад здесь груш было очень много. Произошла болезнь, и грушевые сады просто были уничтожены. Они заболели, и все, их не стало здесь. Они были, но их не стало. И сейчас люди боятся высаживать эту грушу, потому что пробовали, она не растет, она обратно болеет и все. Поэтому, к моему, утеряно. Утеряно, но я думаю, что не безвозвратно. Мы берем небольшую паузу, вернемся через секунду. Самое вкусное раздают в темноте, чтобы никто не разглядел где. Секретные подвалы. Вот даже смотрите, вот видите, мне показалось, что маловатенько травки здесь. И мы добавили. Вот я добавил. Это что такое? Ну, там много коричка. Чего. Нет, коричка – это трава. Нет, это дерево. А это травка прям, да? Это листья рябины. А сейчас мы переходим к нашему обеду, который уже переходит в ужин. И мы будем есть что-то невероятное вкусное здесь от нашего шефа. Его зовут Павел. И это все подходит к винам и более крепким напиткам, которые мы пробуем сегодня на исыкских винах. Enjoy! Открываем. Что у нас там? Ух ты! Здесь у нас горшочки. Здесь приготовлен кудрет. Кудрет? Да. Внутри брынза, угу. Внутри лук, угу. Перец полугорький обыкновенный, болгарский, грибы, казы. Это казахстанский оранж. Виноград ракоцители, сделанный по красному способу, переработанный, с длительной выдержкой на мезге, поэтому оно такое имеет насыщенный яркий аромат. И цвет тоже. Аромат фруктовый. Инжир. Ну, немножечко даже манго, вяленая дыня, вяленый персик. Очень хорошо сочетается с шоколадом. Ну что, друзья, для того, чтобы путешествовать, не обязательно уезжать далеко. Как вы видели, недалеко от Алматы, всего в часе езды, мы прекрасно провели сегодня время на винзаводе «Исыкские вина» с прекрасным хозяином. И главное в путешествиях все-таки это компания и настроение. И тогда ничего не помешает вам хорошо провести время. А мы увидимся с вами совсем скоро в наших новых путешествиях. Для того, чтобы не пропустить наши новые программы, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и задавайте вопросы. Увидимся! I know that you'll be there, always be there in the rain or the sun.